Привет, я Фред Зинг, и сегодня мы обсудим комбинирование разных призывов вместе, чтобы придать эффект того, что в данном месте на воде находится не одна утка. Сегодня мы будем охотиться на этой реке, в основном на кряку. Неважно, в какой точке штата вы находитесь. Особенно к концу сезона, стоит смешивать разные звуки. Это утиный свисток. На него ведутся разные виды уток. Каролинка, шелохвости, кряква и свизи. Итак, если все хорошо сложится, вы можете сделать серию из свистков. На болотах иногда встречаются сразу несколько видов уток в одном месте. И манки, и свистки желательно использовать одновременно. Если это будут делать 3-4 человека и смешивать призывы, утки охотнее подлетят к вам. Лучше охотиться группами по несколько человек. Старайтесь походить на стаю уток на воде. Даже в конце года, когда они плавают стаями, я использую только используемый свисток. Очень полезный манок, который звучит как живые утки на воде, а не охотники. Вы можете узнать больше на zinkhalls.com.